истребителя F-35 перехватили группу из трех российских военных самолетов на большие и вывели их за пределы зоны ответственности НАТО. Об этом сообщает Reuters. Сообщается, что Минобороны Нидерландов заявили, что сперва военные заметили неизвестный самолет, который приблизился к польской границе из Калининградской области России. Затем в сообщении ведомства сказано, что после опознания оказалось, что это три самолета, российский Ил-20М, который сопровождался.